quello che diamo alla mamma, ma secondo me no. Secondo me dopo la via della montagna c'è a Bologna. Здравствуйте, мои дорогие, любимые телезрители. Добро пожаловать на мой канал. Спасибо, что зашли на него. И сегодня я вас порадую в аутлете Барберино ди Мугелло. Сегодня прекрасная погода. Но прежде чем, как вы начнете обзор, попрошу вас скачать приложение VPN и смотреть мои влоги через него. А также зарегистрируйтесь на мой Бастион канал. Это для того, чтобы, если вдруг на территории Российской Федерации отключат YouTube, вы сможете найти меня. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и на мой инстаграм, так как на телеграм-канал я все публикую сразу, а на YouTube выходит немного позже. А сейчас я желаю вам приятного просмотра. Хочу сказать, что это видео было заснято, конечно, не сегодня. Я всегда говорю, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что все это давно опубликовано. И хочу сказать, что на тот момент, когда я делала съемку, была акция другая, сейчас уже другая. Я созвонилась перед тем, как выставить на YouTube. В общем, на всю продукцию, которую вы видите, есть скидки. На какую-то обувь 30%, на какую-то 50%. Поэтому при заказе я вам буду уточнять, какая стоимость на данный момент.
Ну что ж, дорогие мои телезрители, спасибо большое за то, что вы посмотрели этот влог до конца. Спасибо, что поставили лайк, подписались. Если это не сделали, сделайте. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на Бастион, на Инстаграм, на мой YouTube-канал, если не подписаны. А также ссылочку на донаты я оставляю в описании под видео. Если есть желание и возможность, можете закинуть копейку. Мне будет это приятно и помощь моему каналу. Спасибо большое за внимание. Берегите друг друга. Всем добра и любви. До скорой встречи. С вами была Регина из Италии, из прекраснейшей Флоренции. Посмотрите, какое сегодня видео получилось прекрасное. Всем пока-пока.